Туристический бизнес в Великом Устюге набирает обороты. И не только хостелы и гостиницы в новогоднюю пору открывают свои двери для того, чтобы приютить тысячи туристов. Сами устюжане охотно сдают свои жилища гостям города, используя для этого интернет-сервисы подачи объявлений и социальные сети. А там, где крутятся большие деньги, обязательно появляются различного рода мошенники. Как туристы, так и арендодатели не всегда подкованы в правовой сфере и зачастую становятся жертвами обмана. Для того, чтобы помочь устюжанам противостоять мошенникам, в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Великоустюгской полиции отправились на улицы города. Здравствуйте. Какой очаровательный Дед Мороз, ну прям сил нет никаких. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем в Новом году счастья, здоровья. И также вот вручаем вам такие памятки, где у нас все написано, расписано, как не стать жертвой мошенников. Хорошо. Все рассказано о способах мошенничества и как на эти способы не попасться, не расстаться с ими честно заработанными, скопленными сбережениями. Почитайте, пожалуйста, внимательно. Спасибо большое. И примите пользование. Вам удачи, здоровья, успехов в вашей нелегкой работе. Всем устюжанам привет. Самым маленьким устюжанам волшебник в полицейской шапке подарил раскраски и напомнил о том, почему так важно соблюдать правила дорожного движения и как следует вести себя на дорогах зимой. Наблюдавшие за проведением акции взрослые горожане посоветовали дедушке для большей эффективности в следующий раз взять с собой Снегурочку. На раскрасках сотрудники полиции не остановились и 22 декабря подарили новогоднюю елку ребятам из Великоустюгского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.